секунды? 3 секунды, давай, передний вис. Ну, это, конечно, еще не вис, но неплохо. Я ожидал, хуже будет. Да, привет всем, с вами команда Patriots. Привет. Всем привет. Марина, привет. Более продвинутые? Нет, наоборот. Мы снова в нескучном саду, сегодня 12 часов дня сейчас. Я только что приехал из Серпухова со свадьбы Стига и Юли. Это была очень-очень крутая свадьба, ребят. Если вы посмотрите это видео, то еще раз спасибо. Это было очень здорово. А вы посмотрите, потому что я вам его скину и скажу посмотреть. А сейчас мы в нескучном, здесь какой-то просто ад творится. Кто все эти люди? Кто-нибудь знает? Кроссфитеры. По-любому. Нет, мне кажется, еще бойцы есть, и у них какой-то, видимо, открытый урок. И над ним мы смеяться не будем. А вот над кроссфитерами поугарать можно, да. Блин. Фристайл фишка. От Андрюхи, давай. Ха! Ха-2! Ха-3! Просто уличный воин! Давай, еще фристайл! Красавчик! Вообще четко. Вот такая вот фристайл фишечка по вашим просьбам. Разминочные 3 подхода по 10 подтягиваний. Вот так вот спинка работает, все видно. Ну а сегодня мы треним подтягивания на одной. Кто бы мог подумать, да? Вот стоило один раз на свадьбу сходить к друзьям, и на следующий день подтягиваем на одной тренировке. Ну, трындец. Я думал, сегодня опять будет лайтовая лажа, типа висы или стойки на руках. Это будет потом. Для тех, кто доживет, что ли? А? Ну, после трения. После трения. Мы потом базы еще забьемся, а потом после базы пойдем. Покажи всем, как надо на одной подтягиваться. Давай ты покажешь. Я покажу. Дай сюда камеру. Давай. В общем, у кого получится, Тох, давай, покажи. Андрюк, давай, покажи подтягивание. Да. Давай. Куда? Ого. Сейчас, следующий будет лучший подход, когда я... Вообще соскальзывать неудобно, да? Давай на левый. А сейчас будет говно. Говно сейчас будет. Не-не-не, подожди. Это карасели, которые соскальзывают. Ну давай, Саня, давай. Саня, тащи. Давай. Я смотрю, вчера никто вообще, да, ни каши не ел, ничего просто. Кто Санек висит? Он не висит, он просто бицуха напрягает, чтобы лучше не висит. Все. Пытаемся подтянуться на одной, кто где хочет. Я на турнике буду. Просто не стоящее положение удобнее, нежели прыгать. Если не дотягиваем, висим на максимум, после того, как больше не можем висеть, потянемся на двух, опускаемся до 90 и отсюда пытаемся дотянуть. Так, 3 подхода. Начинаем со слома, да, уже? Ну, если вот так, то не могу... Все. Резиночка есть, может, резиночка? Все начинают с той руки, которая слабая. Андрюша, я... Может, не с полного виса, пока с такой руки пытайся оттянуть. Какой не получается, короче, будем делать 2 раза упражнения. 2 одинаковых упражнения. В общем, кого не получается вообще себя даже чуть поднять, делаем как? Мышцы стабилизатора включай! Ну, в этом и суть! Слишком сильно раскручивать. Да, потому что надо начинать с зеленой ретины, потом с фиолетовой, потом вот с этой. Бред. Нет, это просто занимает несколько месяцев. Вы думали, я как научился подтягиваться на одной? Понятно, не вариант. Не вариант. Несколько месяцев тренить подтягивать на одной. Смотрите, либо тренить с резиной, либо... Ну, сейчас, наверное, кто-то будет тренить с резиной, либо помощь друга. Крутая штука есть.
То есть, когда ты подтягиваешься, и в тот момент, когда ты стопоришься, чувачок такой берет тебя и немного как помогает тебе. Давайте посмотрим, как это выглядит. Резина. В общем, смотри, ты делаешь только в тот момент, то есть за, ну вот, за, затягиваешь, за талию. Приподнимаешь, да. То есть в тот момент, когда я вот потянул, допустим, вот здесь напорнулся, больше не могу. Ты берешь так, меня приподнимаешь, и в смысле. А мне тупо по одному, да, фигачит? А, ну да. Класс. Это лучше, лучше. Да, я знаю. Но лучше по два? Да. Блин, с полного веса я вообще удивлен, что я сейчас вытянул. Это самое тяжелое. Что я что-то еще делаю. Отмаза, отмаза. Ладно, погнал. Давай. Только не раскручивай его. То не верти, иначе мне. Вообще так и должно быть, поэтому лучше все делайте не как Саня. Лучше делайте с резиной. Делай. Ну, а всем остальным лучше с резиной делать. Почему? Я уже объяснял почему. Ну, давай, делай. Делай. Ты просто меня тянешь. Толкаешь. Тянуть вверх тяжело. Ох, красавчик, дожал. Давай, 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 давай. Ой, два, молодец. Ну вот в таком вот духе. Прям почти кроссфит. Там также девочек учат подтягиваться. Ой. Я не люблю резину, не трогай. Не хочу я с резиной. Я буду по старому детскому методу. Я не хочу тратить путь зеленое, фиолетовое, желтенькое без. Ну, зато он эффективный. Ну, это не единственный путь. Но я обучалку буду снимать именно по нему, потому что... Самый эффективный путь — это просто тренить. И уменьшать нагрузку. Да нет, самый эффективный как раз мой путь. Либо если у вас есть вес дополнительный. Ну, в общем, вариантов много, но суть в том, что вам нужно делать, прогрессировать по нагрузке. Все, и иметь возможность измерять, насколько вы прогрессируете. Потому что вот, если вы просто типа одной рукой держите, давите, а второй подтягиваетесь, вы не можете контролировать, насколько сильно вы давите, сколько вы отдаете в другую руку. И поэтому очень тяжело прогрессировать. Может, если вы ставите ногу в резину, то... Для этого и создана штука, как под названием высота ручки. Высота, да. Нет, я имею в виду, когда давишь в резину. А, когда в резину... Да, да, со столбом, кстати, да, тоже. Со столбом хороший шум. Да, и да. Когда кстати, берешь да. Его тут, вообще да. Без руки делаешь. Да, да, согласен. Можно со столбом, но... Помогает стабилизировать. Мне не нравится. Мне не понравился столбом. Почему? А, я дома тренил, у меня дома нет столба. Но у меня был полный набор резинок, поэтому я как бы так получилось. Если бы не было, я не знаю, как бы я тренил. Но у меня он был, и я все натренил. Дикие мозольки, Саня. Давай, какое у тебя последнее упражнение? Ну, в общем, мы сделали уже обычные подтягивания, потом подтягивания с резиной. Да. А, я делал без резины, пытался, по крайней мере. А потом упражнение фиксации, то есть прыгайте и фиксируйте на максимум на одной руке, пока она полностью не выдвинется. А, осторожнее, если у вас высокий турник. С конечным выпрямлением может плечо травмировать. Да, надо очень аккуратно все делать. Под конец лучше либо не до конца ее выпрямлять, либо на маленьком делать, чтобы могли на ноги встать. Да. Главное фиксация, то есть насколько угодно. Это хорошо прорабатывает вот, связочки в лицевые, когда они болят на левой руке, поэтому, кстати, херово потеряется. И последнее упражнение – это пытаться подтянуть себя с неполным весом. Так я, кстати, учился подтягиваться с самого начала. Я делал базу, а потом пытался. Ну, это же работает, потому что вы уменьшаете амплитуду. То есть, ну, подтягивание состоит из того, что вам нужно поднять ваш вес на определенную высоту, и вы можете либо уменьшить вес, тогда вам будет легче его делать, либо уменьшить амплитуду. Оба варианта работают, оба варианта можно тренить. Если уже умеете подтягиваться на одной, то просто подтягивайтесь. Да, просто подтягивайтесь. Если уже не можете. На одной, просто подтягивайтесь на одной. Если у вас уже нет сил делать полное повторение. Если нет, да, сил, кстати, тоже хорошо. Делайте не полное. Частично. Да, я согласен. Я как человек подтягиваюсь на одной, подтверждаю. Давай, показывай упражнение. Но я сам буду с резиной делать. У тебя нет угла 90. Может, эффективнее подпрыгнуть чуть-чуть, сделать 90 и его удерживать? Будет эффект, если ты вот с этого сможешь себя подтянуть. Ну, окей. Ну, окей. Вот это напряжение. Как будто его заставили смотреть русский фильм. Какой-нибудь «Горько 2». Потренили упражнения для подтягивания на одной. Если есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Ответим на них. Если есть какие-то прикольные предложения подтягивания на одной, эффективные, тоже кидайте. Да, делитесь своими мыслями, если тренируете на одной, как вы это делаете, что вам помогает, что не помогает. Может, запишем отдельно обучалочку, да, этим летом точно запишем обучалочку.
Сейчас что? Что сейчас будет? Ну а сейчас у нас будет три подхода по тяге на максимум. Ага. Надеюсь, я не сорву себе мозоль, потому что прям зверски дико болят. Возьми перчатки, воркаут. А, не, если у тебя есть мозоли и ты надеваешь перчатки, это еще сильнее ухудшает. Я это вырежу. Нет. Я не согласен, Саша. А я? У меня тут все мозоли посорваны. Да. Это лишь перчатки. Блин, ты меня спасал. Не знаю, я всегда, когда надевал перчатки на свои мозоли, мне убивало мозоли еще сильнее. Нет, я вот с Витей согласен. Просто очень больно, когда ты голым турником по мозолям. Одна, вторая, третья. Да, вообще жесть. Это они уже зажили, и на правой руке то же самое. Вообще жестоко ты тренишь, да. Жестоко. Ну, если что, мы не мастили. Зайдет. А, конфликт. Что? Конфликт нужен? Прошаренная. Ну как, лучше? Лучше. Отлично. Вот это вот перчаточки воркаут F2 с кожным покрытием и защитной вставочкой от мозоли. Я тоже так на статике делал. Я такой. Пам-п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 ам
Они наливаются кровью. Это мышцы на пампе. Сколько было? Кто считал? 50. Сань, делай по 50. Прям так и прет. Секутся грудные, это секутся. Не успели снять. Где план? В конце. Зря ты ее ждешь. Я обещал, мы вместе делаем. А, ну давай после виси. Виси. Давай теперь я по тренеру. Не сделаю сейчас виси. А Андрюха сделает. Не, не сделаю. Андрюх, давай, сделай. Андрюха, давай. На пару секунд, да. Я сейчас попробую стойку, если у меня не пойдет стойку, я... Стойку сейчас не пойдет, ты, наверное, забил предплечье. Я все забил, и предплечье. Пам-пам-пам. Трицепс, грудь, спина. Ну вот, у тебя лучше даже, блин. И не пару секунд. Хорошо. Мне так хорошо держать. Звонок. Это все провисает. Да, я попробую. Мне поясницу не зарабатывать, выкачивать надо день и ночь. Да, поясницу надо вкачивать, да весь. Нахуй, я попробую. Вот сейчас будет провисать. Ты не провисай, кстати, потом мы здесь посмотрим. Вот такая вот тренировка сегодня прошла в обновленном формате. Мы уменьшили время видеоблога. Пишите в комментариях, как вам новый формат. Если нравится, да, пока. Пока. Если нравится, то пишите, будем дальше снимать такие более короткие выпуски, более информативные. И с вами была команда Patriots, не скучный сад, приходите, потренируем вместе, у нас весело. Весело? И халявная хавка. Очень-очень. И халявная хавка. Хавка халявная. Человеку тоже не нравится. Все халявные хавку идут. Спасибо, Оля, спасибо. Все, 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 все. Все что-то едят. Жесткие такие. Все, пока. 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 Успех.